и зарядить положительной энергией человека. Это тоже искусство, которое владеет наш образцовый хореографический ансамбль «Анюта». И, конечно же, наши преподаватели. Экзамен – это праздник. И сегодня такой прекрасный праздник. Он свежий, как букет весенний. Сегодня вы в кругу друзей в чудесном вихре поздравлений. Сегодня вам 20 лет. Красы цветения, сил расцвет и глубина красот душевных. И мы желаем 20 лет смелее вперед к мечте идти, надежных спонсоров тебе. Пусть с наслаждением будут танцевальные минуты, аншлагов и успехов, милая Анюта. Пусть для фантазии не существует путы, задумок и идей, любимая Анюта. Удача ждет вас в пути! Ну что ж, и у вас знаете, даже в таком, как наш, сегодня наступает момент для получения оценок. Сейчас слово вам, наша экзаменационная комиссия. Для получения оценок приглашаю на сцену художественного руководителя ансамбля «Анюта» Анну Александровну Нижникову и главного балетмейстера Татьяну Вдовиченко. Мне очень приятно, что вы думающие и ищущие.